регулируемый перекресток вместо для стоянки. Куда ты лезешь? Едем. Это полоса выездная, ты чё? Сейчас где остановились? На автобусной остановке. А на автобусной остановке можно совершать стоянку? Нет, только остановка. Для чего остановка? Для посадки, высадки пассажиров. Значит, что ты сейчас делала? Остановилась. А стоянка у нас была? Стоянка? Я не знаю, где стоянка. Не знаешь? Но здесь уже можно, потому что остановку убрали отсюда. Убрали. Нету здесь больше остановки. А так, по сути, ты зашла на остановку и не обратила даже внимания. Поехали. Где? Вдоль дороги взяла и остановилась. Поставила машину.